Восенню 20-го года, коли здавалося, что, ну, справды, там, нам засталося зусім трошки. Ну, вот у кого было почуццё восенню, что нам засталося, там... Ну, правду кажите. Ну, не во всех, не как-то мало рук, я думал, больше будет. Но я вот такой вот летосенник и оптимист. Мне справды здавалося, что зусім не шмат часу засталося до перемоги здорового сенсу в Беларуси. Я написал песню. И мы записали выпустили с молодежным гуртом «Партизаны», уже тогда, когда стало зрозуміло, что нет. Але мне было очень важно заховать это отчувание. Песня называется «2020». И самое прикольное, что она вышла за два дня до того, как ДДТ выпустили песню с такой же назвой, так что мы были первыми. Выходжу с гуни. Кто стенал мысль? Летал карты, покой балова краины за кратами. Час выползать с книг, час захваться во сне миссий, час на плиты пустить висели, час стать рогой ракасом, час никто не зробить за нас. Уплыли с такой тюбе в телеграм-каналах, устушат витра на кухнях, бульварах, со стенком, с плакатами, с тварами в масках. Народ, який поле не верить в каски, сердце, кулак, угору, Виктория. Завтра врачается за зима не таким, як вчора. Сказал, что хотел. Не вера в бытвы, сонность не изменится, крейда сотрется. Чернила закремзится, олел не расшумится, спел. Не разодрать на копалке колюшины, солнцем я кое выглядывая из лужин. Тисну до пору правой на газ, никто не спынит нас. Уплыли с такой тюбе в телеграм-каналах, устушат витра на кухнях, бульварах, со стягом, с плакатами, с тварами в масках. Народ, який болей не верить в указки, сердце, кулак, гору, Виктория. Завтра врачеться зусім не таким, як учора. Завтра врачеться зусім не таким.